Всем добрый вечер. Сочи, вечерний морпорт. Опоздали на закат. Играет капиталистическая музыка. YouTube, конечно же, сами понимаете, что сделает со мной за это. Летают самолетики на небе. Очень красиво. Пляж Маяк. Возможно, будет красиво после заката, здесь кораблики все нам мешают. С другой стороны, мы можем рассмотреть кораблики, в том числе, вот смотрите, какие алые паруса у нас тут есть. Хотя я бы больше хотел показать вам закат. Закат, точнее, я уже прозевал, но после заката будет красиво. Молочек в море приглашаю, выйти прогонять. Спасибо, в следующий раз обязательно. Конечно, Спартан лучше всего, но не закат. Кто не успел на центральную набережную, тоже снимаю здесь закат. Смотрите, последствия Нового года. Где бы пробочек посуду натырили, но как-то некрасиво. Я прошу прощения, параллельно фотографирую еще. Мне тут после новогодние бутылочки такие. Хотя вот, а? Ну да, столько ящиков из-под шампанского. Видимо, здесь было весело, я вам скажу. К сожалению, у меня вот основной телефон занят съемками. Он фотографирует еще лучше, чем качество. Давай. Сейчас пока еще дома будет. Нет. А там новогодние песенки. Я хочу тебе 3 пальмочки сфоткать. А вот платформа такая, типа как у вас здесь, как у тебя. Я периодически на Дзене выставляю. Thank you.
кафе снимался фильм вот этого, помните? Про начальника уголовного розыска. Вот там на втором этаже там полковник какой-то лейдер сидел. Мне уже терять нечего, все равно и как меня уже будут ругать. Смотрите, олимпийские кольца на фоне заката. Получился ролик, фоторолик. Все, друзья, наверное, в этой части говорю всем пока. Но, как вы понимаете, все только начинается. Мы только пришли на набережную, сейчас пойдем прогуляемся чуть-чуть. Вот, видите, как можно. Я так не умею, я так все сломаю себе. Ноги и руки точно. Всем пока с Морпорта, идем на центральную набережную.